Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня будем лепить пластилином. Вот. У нас самый обыкновенный пластилин, советский. Вот он. Так, мы хотим слепить нашу семью. Угу. Маша уже слепила здесь. Вот это у нас кто? Федя. Это? Федя. Феденька. Это у нас? Коленька. А это? Мамочка. Ну, это я. Похоже, да? Правда, да, ведь? Ну, похоже. Так, давай. Для начала мы сделаем, куда мы будем лепить. Мы хотим сделать картину. Вот у нас есть картон. И на картон мы сделаем фон. Для фона у нас самоклеящаяся бумага. Самоклеящаяся бумага продается в любых супермаркетах, хозяйственных магазинах. Мы купили в фикс-прайсе. Так, ее еще нужно отодрать. Саму клеенку от бумаги. Надо клеить очень осторожненько, потому что она очень быстро ко всему клеится. Так, давай, держи, Маш. Вот держу. Так. Это у нас будет фон. И на нем мы будем лепить нашу семью. Что-то закрепилось неправильно у меня. Коля нас сегодня проигнорировал. У Коли у нас свои игры. Да. Он у нас в ванной играет с водой. Так. Теперь надо слепить папу и маму. Вот, обыкновенный пластилин. Я уже тебя, мама, слепила. Давай. Она у папы и меня. Хорошо. Папу будем лепить и Машу. Давай. А то я вас уже слепила из пластилина. Вот какая красивая у нас получилась бумага. Правда ведь? Так, да, давай. Правда. Это будет у нас земля с этой стороны. Ого, какой калачик. Будем мы. Так, ты будешь лепить себя, да? Держи. Не хочу. Где ты? Я уже 3 налепила. Это было очень сложно. Так. Да. Давай ты землю лепи здесь. Землю? Черным или... Ну, где мы будем ходить? Или зеленым? Вот таких я уже слепила. Заготовки я уже слепила. Такие заготовки. У меня заготовки. Слепим коляску. У нас у меня уже есть заготовки тут. Мама. Это Маша Федор слепила. Опа! Ага, оденем маму в платье, в голубое платье мы оденем маму. Так, сейчас мы вытяжем здесь.
Можно? Мама, можно, да? Это Колина зелененькая. Колю, наверное, не будем. Или будем футболку ему будем одевать? Футболку. Давай, вырезай Коле футболку тогда. Футболку и шортики Коле вот надо одеть. Видишь, он какой у нас? Ну вот, к нам присоединился Коля. Посмотрите, какой он чистый. Он чистил зубы у нас все это время. Ему было некогда. Ну, теперь что будешь Коле лепить? На, лепи. Коля лепит облако. Мама, ой, можешь мне сосиску помогать? Вот, скатай мне сосиску. Давай, Коля с Машей, делайте солнышко вот сюда, хорошо? Коль, катай сосисочку. Сам приклеит, сам. Давай, пусть сам. Ну да, неправильно будет клеить. Пусть клеит, как мужик ваш. Клей. Здесь будет и сделал. Что сделал, то и сделал. Пусть клеит. Вот, молодец. Еще он не молодец. Вот и все. Солнышко пытается. Вот смотри, Коль, делай вот так. Раз. Раз, это вот большое. Вот пальчик, делай вот так. Раз. О, как тучи там. Дождь начинается, и все бешим домой мы, да, мам? А воздушный шарик, как же Коля? А, Коля, вот, вот сделай круг большой, вот так вот скатай, подожди, скатай. Вот, да, вот, молодец, вот так. Коля, смотри, куда солнышко. Вот, там скатай, Коля, на круг большой, это будет тау-тау, шарик. Вот, так, делаем шарик. Ну, можно на нем рисунок? Вот, шарик почти до неба достал. Вот это небо. Вот какой у него воздушный шарик получился. Шарик почти до неба достает. Еще? На, делай еще. Сколько у тебя шариков будет? Маша, ты солнышко доделала? Да. Ах, нет, солнышко, ах, да. Спасибо, что напомнила мне. Твое солнышко. Еще у тебя шарик один, да? Вот молодец. Вот. Ой, какие воздушные шарики. А мне что делать? Да, теперь желтый надо делать. А мне что делать? Ты сделай нам всем улыбки из красного. Улыбаемся или себе сделай, волосы можешь себе делать. Это я сейчас буду делать. Ой, Маша, очень большие губы. А папе? Мама, у тебя такие губки. Поменьше, чем сделаем губки. А это что у меня, как вы думаете? Колеса. Колеса. Это что за крестик у нас? Ой, ну нужна, ну. Вот как у, смотри, как у Федора красиво получилось. Ну, там же эти пиздела. Вот такие губки хотел. Вот, что ты хотел. Ничего, нормальные, хорошие губки. Все, все, уж не размазывай, а ты что это у меня там за губы получились? Коля, это что у тебя? Сейчас сделаем. Да не надо сделать, ладно, что ты там, он же любил. На, Коль, сделай нам траву. Вот тебе. Или что-то еще больше. Может, дождик сделаем сюда? Маша, потом делай нам синие глаза всем. Так, зеленый тебе, да? На, держи зеленый. Давай еще синий шарик сделаем, Коля. Круг, делай круг. Я тоже хочу шарики. Ну, делай шарики тогда. Может, будет целая от шариков. Будет шариков, мы их вот будем. Вот ты, Коля, на шарики поправляй лучше, они видишь какие-то. Вот. А ну это шарик, что ж? Тут шарик такой. Ты что, Коля, это коляску мама слепила. А можно коляску? Немного похоже. Ну, почти похоже, мама. Очень даже симпатичная коляска у меня. Ну, все. Скажем пока-пока. 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 Хватит, это не надо убивать. Это не надо убивать. Это не надо убивать. Вот сделай круг, Коля. Сделай. Вот можешь? Нет, 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 нет. А ты сделай веревочки. Ну, мне надо улыбки вам делать. А, улыбки больше. Себе улыбки. Что-то
что-то... Ладно, сделай. Белый цвет, который тебе? Какой цвет, скажи? Синий, белый, красный. Улыбку ты еще там не доделала, да? Маша, все, перестань, все. А то там у тебя только грязь будет. Там будет зеленый шарик этот. Вместо... Спасибо, что помогла мне сделать. Грязь не видно будет, да, мам? Вот мама при чем? Синие глаза нам еще надо сделать. Чего Коля сделает? Вот. Папу надо сделать красивым, а то он опять обидится у нас. Вот я к тому тусу. Все, делаю веревочки. Я не знала, что у меня. Тау-тау-тау! Шарики? Веревочки? Тау-тау, поправи. Солнышку сделаешь ротик? Мама, ладно, я тебе и папе только глазки сделаю. На тебе, Коля, желтый, еще делай желтый. Нет, какой надо тебе? Нет, он хочет машинку. Он хочет машинку сделать. Вот такие у мамы красивенькие глазки. Да, Тома? Папе синий нос. Будем папе делать синий нос твой. Папа опять обидится, да, мам? Давай я белый носик сделаем папе. Ой, да белый я рисую у него. Давай желтенький носик, красивенький, маленький. Нет, желтый тоже белый делать у нас. Рисуй ведь белое. На, вот. Ту-ту-ту. Так. Вот вам белый нос. Все. Довольно? Это туда не надо. Ой, это что у папы? Тау-тау-тау-тау. Вот здесь тау-тау. Это-то что такое? Какая сама булка! Булкает какая-то! Папа пошутит! Это скользит такой. Так, давайте делать траву уже. Вот, сделаем траву вот такую. Я покажу. Давай, показывай, что у нас получилось. Вот у нас такой лесок красивый. Смешной, да? Так, давай, показывай. Делать будем траву. Вот так. Я устала. Устала, иди отдыхай. Ну ладно, звонок. Ой, сломался. Мы не будем траву делать? Я хочу траву. На ус, вот это, вытащи оттуда. Да. Вот получается трава из воскового... Так, это восковый карандаш. Мы его поточим через точилку вот так. Давай побольше. И у нас будет травка. Вот у нас такой рисунок получился. И просто красотень. Просто загляденье. Да ведь? Ну все. Скажем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, все. Пока-пока.